Так ты же дворник. Футбол, баскетбол. Я убираю на всех площадках. Красавчик, значит. А скажи мне. Ну, если так, так будет бесполезно. Я не бесполезный. Я буду пасы давать. Ты ждешь нормально, паса? Нормально. Паса. Эй, уборщик! Всем привет, друзья! Саня тут. Я сегодня притворюсь уборщиком опять на баскетбольной площадке. Обязательно перед просмотром этого крутого ролика нажмите на лайк и убедитесь, что вы подписаны на канал. Поехали! Ладно, что-то я отвлекся. Что здесь мусор понапихивали внутрь? Подожгли. Ну, капец. Перчатки, кстати, как у меня. А, это носки. Сейчас. Скользко. Там вам вот эти штучки мешают, да? Да, ну нет, трехочковую зону. Здесь нету трехочковой зоны. Ой, сори. Извиняюсь. Ребята, я извиняюсь. Здравствуйте. Я бы хотел, можно с вами побросать? Так ты же дворник. Может научить их? Я же играл раньше. Сборная уборщиков по уборке. Ау. Ну давай попробуем. Слушай, это будет прикольно, давай. Да. Сейчас его сделаем как сам. Можно я? Да. Тоже попробую разочек. Попробуй. Ну неплохо. Ну, в смысле? Ты точно будешь играть? Постоянно убираю, когда начальство не смотрит, сюда прихожу. Видно. Что ты бросаешь? А вон мячи лежат, волейбольные, это я принес. Баскетбольный чуть-чуть подороже вот просто. Бросай. Не, ну просто мяч волейбольный намного дешевле. Я просто знаю, там в Ашане покупал его. Хорошо. Неплохо, неплохо. Оу. Повезет сегодня просто. Играем? Я Саша. Вика. Приятно. Взаим. Я чувствую, какая нежная рука. Да. Каким-то кремом даже через перчатку. А, тогда мы втроем? Я не втроем. Кто втроем? Вы втроем? Ну, и да, мы втроем. Ну, если так, так будет бесполезно. Я не бесполезный. Я буду пасы давать. Оп. Вводим за воображаемую трешку. Ну, давай, бросай еще. Все равно наш мяч. Я о чем? Несерьезно воспринимаете мои пасы, мне кажется. Направляй их от сердца. Тогда, возможно, все получится. Бросок? Не ожидал. Ну! Ой-ой-ой! Ты забил, но я же мог тоже, наверное. Но это не точно. Я в грязной форме просто. Я тоже. Симбиоз может быть, получается, если будем. Сори, я пропустил. Говорил. Да что ж такое, держи же его. Ну вы играетесь, понятно, а мы-то уже еле бегаем. Давай. Молодец, молодец. Сейчас надо разомнуться. Вот так, да? Больше дыхательных упражнений. Это не может быть! Мужик, надо защищаться, да? Можешь, ты же длинный, ручками махаешь. Ручки наверх и все. Все, руки здесь наверх. Так он бесполезный у нас. Шо? Извини, пожалуйста. Сейчас будем играть. Дело только в этом, да. Возможно, еще то, что волейбольным мячом не прикольно играть в баскетбол? Согласен. Мне говорили, что у кого самые классные кроссовки, тот хуже всего играет. Это правда? Не завжди. Ой, хорошо. Проходи, проходи. В этот раз должно быть все по-другому. Давай. Oh.
По факту 3, по сути 2. Это чтобы по вкусу вкусно, но по сути вкусно. Ну ладно. Пошла игра. Это случайность. Ага. Нормально случайно. Хорош. Ну тут против роста. Повезло родиться высоким. Борьба пошла. Лицо. Хороший пас, оценил. Повезло. Сегодня все на икрах какие-то шишки с венами. Может провериться на варикоз надо? Посмотри свои. Просто, они вообще есть? Я просто советую. С отклонением. 9-7. Наверное. Около 7. У вас? Мы проигрываем? Что это за вода такая странная? Это чай мятный. Не уринотерапия? Надеюсь, нет. А, даже не знаю, пробовать тогда или нет. Не-не, на запах. Надо было нюхнуть все-таки. Я люблю такое практиковать, знаешь. Что-то новое. Я видел еще такие штуки с огурцом на грядке. О! Есть. Держи, разводи. С зеленым. Более крыть его хорошо надо, я знаю. Не так скидывай, так скидывай. Не вес, а пас. Оп. Без травм. Оборонительная позиция. Видишь, работает. Хорошо. Это из-за того, что ты такой большой, оно залетает? Мяч очень легкий. Это вроде стандартно. Нормально? Порядок. Ты ждешь нормально, паса? Нормально. Паса. Ай! Руку, руку. Наш? Тихо, тихо, а. Тихо, тихо, тихо. Это Goldwood. Это очень известный бренд. Новая модель? Да, да. Поэтому я ее чуть-чуть подальше поставлю. Ну, айфон перемету. Не пройдет. Ну вот. Ух ты! Гол? Нет. Мяч, он мяч сыграл. Понял. О, бля! Да ну что ты, Паш, ну это уже... Будь здоров! Вот это ты даешь, конечно. О, ладно, давай. Бум! Бум! Я так не зможу. Не, год назад би я зміг би, ну зараз не просто не можеш. Так ладно! Нормально. Да ты б'єш мене, я не пойму, Іри. Ні, я вірю, що ти красавчик. Прошло. Красавчик, значить. А скажи мені. Чому молчиш, бичара? Що ти говориш? Футбол, баскетбол. Я убираю на всех площадках. Я здесь часто подметаю. Ты да? Выходишь обычно на баскетбол? Конечно. Ой, у меня новый напарник. А можно будет с тобой побросать как-то? Конечно. Давай, открой. Понял. Раз такой скрытый потенциал. Достойно. Повезло. Сейчас перешнуруюсь. Они постоянно развязываются просто. Потому что это харьковский завод. Не, у меня и носки тоже харьковские. А житомирские лучше. Не факт. Ой-ой-ой! Сюда! Хорош! Я просто постоянно достаю из урны, знаешь, подметаю. Ноги работают. Взрослые играют. Взрослые играют.
Равняем. Равняем. А, это все, да? Ну, получается, мы выиграли, братан. Классно. Красавчик. Спасибо за игру. А через вас забью сверху. Не хотите? Хочу. Я только жить начинаю в 52. Не стыд. Важно не сколько проживать, а как. А. Вот так вот. Ну так держать? Да. Нормально? Идеально. Спасибо. 52 года? Было. Это сильно. Хорош. Я дальше пойду, а то я здесь так на 5 минут к вам выскочил. Если начальство увидит, я не знаю, что со мной. Ну, вот, поэтому я пошел прибирать. Так что, если ты здесь будешь играть, то я могу подходить, да? Конечно, приходи. Классно играешь, молодец. Спасибо. Брозеры, огромное спасибо, что досмотрели этот крутой ролик до конца. Надеюсь, он вам понравился. Если это так, пальчики вверх, комментарии топовые свои. Это любые. Ваши комментарии это уже греет мне душу. Собираем 20 тысяч лайков. Я выпускаю приложение уборщика. Пока. Ты снимал? Когда забил через двух дедов, получил дзен. Это ваши комментарии можно тоже оставить. Ух, блин.